видите, конечно, линолеум уже истертый, и входные группы у нас. Крыша оставляет желать лучшего. В Орехово-Зуевской школе номер 4 следы времени можно увидеть повсюду. За все время существования, а это уже 60 лет, комплексного капремонта здесь не проводили. И вот, наконец, школа вошла в проект президента образования и государственную программу образования Подмосковья. И уже в следующем году здесь произойдут значительные перемены. Мы планируем этот ремонт на тот момент, когда дети будут находиться на каникулах. Это значит, что часть ремонта пройдет именно в каникулярное время, и ни дети, ни педагогический коллектив никаким образом не пострадают. Мы найдем возможность им предоставить площади, если этот ремонт затянется. Но я думаю, что все будет сделано в сроки, все будет сделано хорошо. Там можно вот это все сделать, но стену, конечно, такую сохранить. Дух школы передает. То, что действительно представляет ценность, постараются сохранить. В остальном все коммуникации и электропроводку заменят. Все внутренние помещения отремонтируют. Установят вентилируемый фасад, отремонтируют крышу. Школа-юбиляр заслуживает того, чтобы ей дали вторую жизнь. Да, у нас тесновато в школе. Да, мы очень ждем на улице Красина новую школу. Но на сегодняшний день школу с богатейшей историей и, опять же, с замечательным коллективом обязательно нужно поддержать. И капитальный ремонт, который будет проходить здесь, это как раз и есть та самая поддержка, которая необходима всем. Глобальных реконструкций не планируется, но благодаря внутреннему перераспределению помещений образовательный процесс станет комфортнее. Например, столовая спустится с третьего этажа на первый, а на ее месте разместят библиотеку. В этом году 60 лет в школе, и вот за 60 лет это, я считаю, не только я, и родители, и дети, и коллеги, что это большой подарок, то, что мы вошли в эту федеральную программу. Мы очень надеемся, что и благоустройство территории, и приведение в порядок нашей спортивной площадки тоже однозначно будет выполнен. В рамках госпрограммы будет приобретено новое современное оборудование, что даст мощный импульс к развитию образовательного учреждения. 1 сентября 2022 года дети должны сесть за парты обновленной школы.